всі к нам прийшли. Ми були з Катюшою дуже раді, що Саша буде йти моїм. Каждому ідеалістично я пытался сьогодні донести, що ну, всі ви дорогі нам. Спасибо, що прийшли большое. Спасибо. Вы знаете, друзья, я сейчас попрошу молодых сделать шаг вперед, и также ваших родителей, буквально вот на центр, выйдите, пожалуйста, мамочка, будь поближе. Вы знаете, друзья, давайте в знак того, чтобы отныне эта большая семья всегда была счастлива, мы их все вместе обнимем. Обнимаемся все вместе, давайте сложим на обнимашечки. Только правда, друзья, правда. Можно обниматься. Расходимся, друзья, расходимся, расходимся. Дорогие гости, пользуясь случаем, давайте подарим громкий аплодисмент этому потрясающему ресторану под названием Art Hall. Спасибо вам, уважаемые официанты, любимые наши администраторы, директора, шеф-повар, кстати, шеф-повар обязательно. Громкий привет, давайте дать вам туда на камеру помашем. Спасибо, было очень вкусно. Спасибо! Также, друзья, пользуясь случаем, давайте подарим громкие аплодисменты команде профессионалов, а именно нашему фотографу! Дорогие друзья, сегодня на ваших глазах появилась новая семья. Мы уверены, что у наших ребят все будет хорошо. Также мы бы хотели обратиться к вам, уважаемые гости. Вы большие молодцы. От официальной части до этого момента вы держались на твердую, уверенную пятерку. Поэтому мы просим абсолютно всех гостей оставить свои номера телефонов. Мы будем вас рекомендовать на все наши праздники. Друзья, кстати, подождите, у меня... Да, немножко договорились. Кстати, у меня один важный вопрос остался. Вы точно любите друг друга, да? Все, тогда все сходится, друзья. Сегодня для вас работали ведущие дуэт Орешки в составе Роман, Алексей, наш диджей Димаса. И в завершение у нас есть одна добрая традиция. У каждого из вас белые платочки. Давайте приподнимем их. И на протяжении 3 минут оторвемся от тебя на любимую песню.